Такая вот интересная вещь. Сегодня мы должны были собраться в одном из ереванских кафе, которое называется Мамаджан, и обсудить антисемитизм в Армении. Ну, как бы поговорить о том, есть ли антисемитизм в Армении. Мы шутя шли и даже спрашивали у нас, куда вы идете, я говорю, на антисемитизм в Армении. Как бы шутили, разговаривали, и тут, значит, доходим до самого этого кафе, и нам там говорят: а вы знаете, что сегодня в очередной раз подожгли синагогу? Конечно, глаза у меня были на выкате. Это случилось в 6 утра, это уже третий раз. Вот я сейчас нахожусь в синагоге, но подожгли — это, так скажем, слишком крупно сказано, но следы от огня, вот они. Видите, возле гаража есть. Видно, что сюда скинули что-то такое дымящее, горящее, жгучее. Но, слава богу, синагога целая. Да, следы от огня есть. Я не знаю, что помогло. Вовремя приехали пожарные или дождь их остановил. Скорее всего, дождь остановил. Но, тем не менее, сейчас вот здесь работает полиция. И, тем не менее, раввин выдвинул такую идею, что а почему, собственно говоря, армяне? Здесь в Армении немало и иранцев, и в том смысле, что в настоящее время между Палестиной и Израилем происходят вот такие вот события жгучие. Соответственно, это могли сделать и иранцы. Но, знаете, это как версия. Я считаю, что можно рассмотреть это как версию. Но еще есть и другая версия. А почему, кстати говоря, и не армяне? И армяне это могут сделать. Потому что я знаю, что есть армяне-чурбаны, которые работают на азербайджанцев. Я вам скажу. Дело в том, что в очередной раз, в третий раз, первыми информацию о том, что было нападение на синагогу, дали азербайджанские СМИ. Представляете, буквально сразу же через полтора часа уже в азербайджанских СМИ появилась информация, что в Армении нападение на синагогу. Ну, представьте, откуда ноги растут, да? Вполне возможно, что здесь есть их агенты в числе армян, а их тут немало в последнее время, которые это делают. Ну, вы сами знаете, да, ребят, что есть армянские блогеры тут, среди которых, я буду говорить прямо, даже имена называть, среди которых Роман Багдасарян, который работает на азербайджанские СМИ, может быть, даже на азербайджанский агент. Я не могу сказать, платят ли ему деньги или не платят, я тоже не знаю. Но, тем не менее, то, что он азербайджанский агент, это 100%, потому как, когда он говорит обо мне гадости или гадости о каких-то патриотично настроенных армянах, да, он всегда цитирует азербайджанские СМИ, азербайджанские сплетни. На фоне, я не говорю, что это сделал Роман Багдасарян, нет, ни в коем случае. Я хочу сказать, что это сделали подобные этому Багдасаряну подонки. Вот кто это сделал. Это сделали они. И такие армяне, к сожалению, в Армении есть. Мне бы очень хотелось бы взглянуть в глаза и Багдасаряну, и всем подонкам, которые занимаются вот такими делами и работают на врагов. Причем работают как напрямую, так и косвенно. Слава богу, синагога цела. Я еще помню о том, что здесь было. Помните, я рассказывал про памятник Махатме Ганди, который я тоже поднял тогда эту тему, что сожгли памятник Махатме Ганди, и опять же первыми об этом написали азербайджанцы, еще подкинули эту информацию индийским СМИ. То есть вы подонки, вы работаете на азербайджанское правительство, что ли? Что вы тогда здесь делаете? Что вы тогда здесь делаете? Я вообще не понимаю, как вас земля носит. Земля армянская.